Максим. Да. Ну расскажи мне, как ты перенес этот перелет? Очень понравилось, классно, и мне нравится. Чем занимался? Я спал, потом сидел чуть-чуть и спал опять. И опять спал. А что смотрел по... В окно смотрел 2 часа. А что видел? А в облака видел, и темно было. А города? Видел, Москву видел, значит, сначала, потом... Москва большая? Ну, достаточно. Ну, вот такая. Как готовишься к новому матчу? К чему? К новому матчу. Готовлюсь, тренируюсь, вот, катаюсь. Как все вообще проходит, как настроение? Ну, нравится очень тоже, все классно. Лед, скользкий, шайб много дали. Ну, холодновато, согласись. Ну, прохладно, здесь Хабаровск же. Это же Новосибирь, здесь у нас Сибирь. Удачи тебе, Максим. Спасибо, Олег. А ты, давай, да.